Ленинское отделение торгово-промышленной палаты достаточно молодое. На территории муниципалитета оно функционирует всего год. Но за это время организация уже показала неплохие результаты. Работы много сделано и с точки зрения информирования предпринимателей об изменениях в законодательстве, обучающие программы, социальные мероприятия. Торгово-промышленная палата – это своеобразный мостик между властью и бизнесом, позволяющий наладить диалог и взаимовыгодное сотрудничество, заметил присутствовавший на мероприятии глава Ленинского района Валерий Венцель. Он поблагодарил членов палаты муниципалитета за работу и рассказал о том, что удалось достичь за прошедший год. Глава особо отметил открытие в районе коворкинг-центров и ставшие уже традиционными бизнес-завтраки с предпринимателями муниципалитета. Есть что показать, нам есть чем гордиться. И вот такое тесное взаимодействие органов местного самоуправления, так называемых, как, вкратце, надзорных органов на территории нашего муниципалитета и предпринимательского сообщества, хочу сказать, отметить тех, кто готов в честную трудиться и готов в честную работать, искренне помогать муниципалитету, оно приносит свои плоды. На повестке дня заседания обсуждения отчета о проделанной работе палаты за прошедший год и перспектив дальнейшего развития бизнес-сообщества Подмосковья. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в стране сейчас для развития предпринимательства есть масса возможностей, уверен президент Домодедовской торгово-промышленной палаты Александр Пашков. У нас сервис во многих наших направлениях бизнеса очень сильно хромает. И открывать любые сервисы для человека, услуги, там, доставка товара, доставка еды сейчас очень модно. Вот именно за этим будущее. Аналитики говорят о растущем спросе на небольшие магазины узкой направленности, предлагающие потребителям качественный и экологически чистый продукт. Большие перспективы открываются и перед производителями такой продукции. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.